Сегодня Международное сообщество художников отмечает 135-летие Алексея Кокеля, одного из основателей Высшей художественной школы Украины. Впрочем, в Чувашии им гордятся ничуть не меньше. Алексей Кокель родился в селе Тарханы Буинского уезда Симбирской губернии по современному административно-территориальному делению Батыревского района Чувашии. Односельчане всегда гордились своим земляком, и даже не столько его художественным талантом, сколько целеустремленностью и упорством. Мальчик из бедной крестьянской семьи так любил рисовать и так верил в свою судьбу, что преодолел все трудности, получил хорошее образование и даже сам начал учить других. В течение многих лет студенты харьковских художественных учебных заведений были постоянными участниками кокелевских чтений и пленэров, ежегодно проводимых на родине мастера в Тарханах. Ждут их и в этом году, ведь искусство вне политики. Больше того, оно самый понятный из всех миротворческих языков. В Чувашском государственном художественном музее собран интересная коллекция работ Алексея Кокеля. Увидеть ее можно на выставке, которая открылась сегодня в честь 135-летия со дня рождения художника.